Кем работает папа? Дефектоскопистом. А что он делает на работе? Там сначала делают трубы, их зажигают вместе, и папа залезает в эти трубы и проверяет разными способами, нет ли там, когда они их зашили вместе, дырок на том месте, где они их зашили. Зачем нужны газовики в Сибири? Чтоб, если эту трубу будут использовать, то содержимое трубы не вылилось и не напортило там что-нибудь в доме.